Сообщение об убийстве похоже на заказное. Сегодня утром возле собственного дома был убит Владимир Кузяев, в определенных кругах более известный как Кузяй. По последней информации, мужчину застрелили. Кузяев был застрелен на задах своего дома. Предположительно, было сделано два выстрела. Как говорят в полиции, в прошлом он криминальный авторитет, а сейчас якобы отошел от дела, занимался бизнесом. Как сообщают наши источники, у него были враги, и, соответственно, круг подозреваемых, скорее всего, будет определен в ближайшее время. Сейчас расследованием занимается полиция и Следственный комитет. Владимиру Кузяеву было около 60 лет. Тем не менее, по нашей информации, он неоднократно принимал участие, так сказать, в криминальных разборках.